Не знаю, что за модель, друзья. LG X, что-то там. Наклейка стертая. Дисплей тоже не видно ничего. Разбитый. Дисплейный модуль 30 евро стоит, 55 я беру за все. Так, здесь, вероятно, надо будет достать слот. Снимаем рамку. Батарея на нуле. Включаем батарею. Один процент сейчас попробую включить, должен включиться. Ждем загрузки. Заблокирован телефон. Это не мешает нам проверить. Все работает. Отключаем. Так, ну тут замена не будет сложной. Снимаем системку. Надо просто снять, нагреть дисплейный модуль, снять, вставить, посадить на клей, короче, все просто, все предельно ясно.
Итак, ставлю на сепаратор дисплейным модулем, разогреваю 100 градусов, сепар у меня включен уже. Здесь, вероятнее всего, надо будет заклеить компоненты. Посмотрим сейчас на снятом дисплейном модуле, пока ставлю на паузу. В принципе, можно снимать уже. Так он у нас уже менялся. Как видите, посажено на клей. Мененные дисплейные модуля, конечно, занимают больше времени. Точнее, телефону после ремонта сейчас нужно все это очистить. Нормального предыдущие ребята, которые меняли, конечно, его залили клеем. Да, тут наклеечка стоит. Непонятно, они ее сами вырезали или она была. Китайский дисплей. Да, тут сейчас все засохнет. И, короче, надо очищать поверхность. Значит, дисплей просто не влезет, не сядет на свои места. Давайте прикинем его, как он будет. Ну, тут в этой части немного не садится. Красота, конечно, меняет дисплейный модуль на телефоне, который еще не тронут. Либо посажен на скотч. А вот эти заклеенные, переклеенные, конечно, уже быстро не поменяешь.
больше времени уходит на очистку. Вот. Сейчас уже лучше, в принципе, нормально. Дисплейный модуль, стекло дисплейного модуля за рамку не вылазит. Можно ставим системку. Давайте заклеим.
ставим крышку. Итак, ну сказать, чтобы красиво получилось, я не скажу, потому что все-таки ушатанный телефон, рамка плюс замена не первая. Вот, сейчас мы его кидаем на сепаратор, греем и ставим на зажимы, как обычно. Видите, какая рамка, да, поэтому, ну, здесь, мне кажется, лучше не сделаешь. Здесь немного вылез клей, но это мы все уберем, весь клей, который вылез, мы уберем после того, как телефон подсохнет аккуратно. Вот, и так, в принципе. Нормально, учитывая, что телефон не первой свежести. Температура у меня уже стольник, я не выключал. Как-то так. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был LG модель. Сейчас не скажу, посмотрю. Разблокирую телефон. Ну, название выложу, конечно. Всем спасибо за внимание. Я Дов, подписывайтесь, комментируйте. Всем удачи.